Да, Почетно, Казань. я выиграю или вот Смотри. это Марашпей? СМП? СМП? Да, Казань. Как ты сказал? Марат Эй, Пей сказал, да? Куат, ты по чем, скажи? Ты что, меф Я, пушишь? брат, я сейчас таблетку запустил, но думаю, зря. Если я знал бы, что этот перец сюда добавится, я бы таблетки не стал бы пить. Таблетки зачем? Ты выиграл этот бой. Таблетки для смелости, духа дают. Не-не-не. А сейчас еще твое мнение, я выиграю или Мари выиграет? Конечно, я король и обратно. Смотри, Мариф, я думаю, в начале боя Мариф будет выигрывать, но он же быстро устает, после первого раунда он устанет. Но я думаю, ты можешь перебить. Да, если... Я вас двоих сажу же пяти если... раундов. Мне раунд с Куатом хватит. Раунд подожди, я Мариф. Их обоих. Одного Ирана не, Мариф, подожди. Этот персидский король заверну жесть. Другой же Мариф, ты сейчас... Москва умотал. Мариф. Мариф, ты сейчас мои слова крадешь. Это я предлагал. Ты по одному раунду с вами подраться я предлагал. А, да? А, ну извини, да, артист. Это тебе, кстати, не в фильмах сниматься. Один раунд, мы из тебя все дерьмо выйдем. Тебе оно надо, брат? Подожди. Короче, перц. Перц, короче, он много разговаривает. Мне кажется, он ты его выиграешь. Очень много разговаривает. Это же много разговаривает. По-моему, ты его выиграешь. Я буду... Я до этого за него болел, но сейчас я начинаю, по-моему, за тебя болеть. Ты за меня болеешь? Ну, когда я... Вот, когда я уже в эфир не буду, как Мариф мне скажи. Знаешь, Мариф как? Мариф изначально сказал, что Шамбе выиграй, потом мне сказал, ну, ты выиграй, потом в интервью сказал, нет, Чоршанбе 100% выиграет. Потом в ресторане... Мариф скользкий тип. Мариф скользкий тип. Хочет выиграть. Жидкий Мариф. Это все мелочи. Но я, Куат, тебя выиграю спокойно. Я вообще не переживаю. Перса вообще уберу. А Хизу могу на самокатах выиграть тоже. Хотя его не догонишь, он вот так... Не, смотри, Мариф, если мы все тебя выигрываем, чё, как нам тебя назвать? Брат, вот ты сам я скажи. Вас выиграю. Это даже не ты обсуждается, меня я даже не хочу, брат, как будет, что будет. Я это вижу, то, что я вас обоих уберу жизнь, легко. Ладно, ты потом... скажи, если мы с тобой, подожди, мы с тобой Мариф, выигрываем, подожди, этот, Мариф, мы с тобой да. Марифа выигрываем, как мы будем его называть? Письмо. Кого ты там выиграть? Это мой брат, как я его задушу? Мы чисто братскую схватку сделали, никто ничего не хотел, и все. А я так, если снял бы душил, это, я сейчас... Он бы перца задушил, я думаю. Отмать, держи, брат. Кто задушил? Перца, кто кого задушил? С твоей стороны я к Марифу перешел. Как это? Как? Давай три минуты Альфредо. С Марифом. Альфредо. Смотри, если я выиграю, Мариф... Минуты я болевой сделаю. Давай так. Если ты выигрываешь Марифа, с меня 200 тысяч. Бонус. Если он... Зверь. А если я выиграю, ты мне бонус 500 даешь? Нет, тебе ничего не дам, брат. Подожди. Кто? Пацаны, тихо, Кто? Что делаешь? Более два проход ноги. Бои. Что? Пацаны, кто кому сколько бонус даст, здесь я решаю. Главный сутенер здесь я. Я буду решать, сутенер, сколько кому вот доля. Сутенер, да, не место сутенера. Мы дадим спокойно, тогда оспаривать не будем. Ты в натуре сутенер уже, если отвечаешь. Куас, вопрос, сутенер, Хамида. Че, Марис? Я вот с этим сутенером дерусь, который рядом с тобой. Ты с кем будешь драться? Не, ничего, не давай за меня. Я брат. Его буду бить три раунда. Я у Киркорова пиджак сгрею тебе, брат. Надо ему сгреть. Красный пиджак же. Ты сейчас с кем будешь драться? С Куатом. Не, следующий у тебя с кем? Эмиль Солонин. Это вот... Что?
Ты что, русский забыл? Когда со мной разговаривают, все забывают русский язык и вообще язык. Не-не-не, а? С тобой он общался, это я. Когда со мной разговаривают, все языки мира забывают. Сутенек, ты молчи пока. Пока батя разговаривает, молчи. Я кричит сутенек. Криза говорит, никто не оспаривает с тобой. Давай, давай, хорошего пацана послушаем. Что он говорит? Терс, что ты говоришь? Хотел драться. Что, Коваленко? Ты же хотел с Коваленко драться? Зачем мне? Я его уже усыпил, он до сих пор не проснулся. Марат сейчас с Эмилем Нагрузовым, потом с Солониным. А Коваленко? Коваленко, сейчас у него бой 29-го, не знаю. Кто из вас, моя массажистка, кто из вас будет драться? Что она там делает? Массаж делает, как что? Базарана. А что за массаж? Спортивный? А да, дай... завтра, блин. Сутенёрский массаж. Айду. Что там? Вопросы. Что решили, Сомен Джиктер? Что решили? Ты со мной... Подожди, Перс. Я же его перееду спокойно. Куата. Ты? Да, честно. 3 раунда. 7 килограмм. 7-7? Не, не 7-7. 7-4 вроде говорили. 7-4 килограмма. Чё? Видишь, смотри, он уже боится. По нему же видно, он меня боится. Смотри на его. Я тебя боюсь. Бат, ты можешь... Какой вес ты дерешься? 7-7 с утенером будем драться. Какой? Я вообще 70 килограмм делю. 70 килограмм я. 70 килограмм делю. Ты когда последний раз 70 килограмм делал? Никогда. Я, видишь, я же операцию... Нет, я операцию сделал. В 2015 году делал 70 килограмм. Пер, скажи свое мнение. Куат или Мариф? Просто свое мнение, честное. Куат, я думаю, последний был. У тебя 84 было, даже? Да, он вес не сделал. Куат дрался с пацаном с нашего зала. Он вес не сделал. Он 75 вышел, а 74 килограмм. 75 килограмм я драл. 75 килограмм последний. Что я с тобой сделаю, Куат? Просто разорву. Шутишь? Серьезно, 77 килограмм, я его перееду. Легко. Разберу, как на запчасти. И в кабинет анатомии отправлю его кости. Все, давай. 5 раундов, да? Мы с тобой рубимся 5 раундов. Кто-то должен умереть. Зачем мне тебя убивать, брат? Я не хочу грех на душу. Вот, я хочу. Я устал от этой жизни. Я хочу, чтобы меня там как воина убили там. Брат, крестили, я не чтоб могу. Там. Я не... Что я перед братьями там скажу, Казахстане, которые за тебя болеют? Братья, если, поверь мне, если ты меня убьешь в ринге, да, весь Казахстан будет радоваться, особенно наше государство. Я просто люблю выступать против государства. Тогда, брат, блин, я тебя не буду душить. Тебя сделают главным героем Казахстана, поэтому давай 5 раундов, чтобы кто-то умер. Хочешь, еще раунд будем добавлять, пока кто-то не сдаст. Городу нужен новый герой? Герой не нужен, но кто-то должен умереть там. Ты так хочешь, да? Да. Мариф, подожди, если я твою шею заберу, ты будешь засыпать, мне что, дальше держать твою шею? Да, держи до конца. Потому что смотри, вот он, Перс, когда дрался с нашим, да? Перс, когда дрался, у нас до сих пор идут споры. Ой, тот выиграл, этот выиграл. Зачем? 5 раундов, да? Я тебя первым раунде удушу, и все, зачем эти проблемы? Ну, удушишь, молодец. Если удушишь в первом раунде, базара нет. Красавчик. Ты просто от души. Как ты за души? Не скажи. Да. Куат, когда по улице ходишь, вот так ходи. Шею качай. Не, брат, ты последний раз кого душил? Последний раз кого ты душил? Да, его вот задушил. Он чем хуже? Нет, бою. Когда ты душил? Последний раз кого ты душил? Ну, я тебя потушу сейчас. Мне зачем кого-то? Если этот раз он никого не задушит. Не, послушай, если ты мои бои видел, Мари, все титульные, нетитульные, да и мои поражения все спорные были. Никто не мог меня там, уверенно выиграть. Проблем нету, заказ принят, брат. Так давайте так, смотрите, если Мариф тебя задушит, ты отдаешь ему половину гонорара. Да, кстати. Готов? Как? Если Мариф тебя задушит, ты отдаешь половину гонорара. А если я его выигрываю, что у меня будет? Мариф, что предлагай что-нибудь? Когда я, если ты вы... Ну, если такого не будет, я выхожу выигрывать.
Давай, Газуфин, сколько процентов? Смотри, забирает? Мариф, если ты мне проигрываешь, ты официально выходишь в свой Инстаграм, видео записываешь, с сегодняшнего дня я Ксения Собчак. Базара нет? А если ты встреваешь, ты такое же видео снимаешь, говоришь, я просто... Если я проигрываю, пол гонорара забирай. Мне зачем? Мне нужно и видео, что ты где говоришь, я Бузова, Мариф король, я ноль, я сутенер. Не, Мариф, подожди, я к вашим тройкам отношения не имею. Ксения Собчак, Ксения Бородина, Бузова. Это вы сами выбираете без меня. Кто вы, это вы сами определите. Как ты можешь разговаривать, человек, который артист в фильмах снимается? Ты как вот можешь разговаривать? Ты же актер. Актер. Блядь, актер это красавчик. Зачем этот актер нужен? Он же хайпануть хочет на тебе. Когда актер тебя выиграет, что с тобой будет? Я режиссер твой, ты мой актер просто, понял? Ты будешь делать, короче, что ты согласен, да? Не, подожди, ты согласен, да? Ты выходишь на... Прям после боя идешь в гостиницу, говоришь, я сегодняшнего дня, я Ксения Собчак. Не называйте Собчак Собчаком. Согласен? Смотри. Че, перц? Правильно? Да, и знаешь, как ты выиграешь? Да, зверь, я выиграю. Он уже сказал... Кушаешь, может быть, тебе помогает. Что помогает, не понял? Вот мои фисташки ты будешь кушать, может брат, быть тебе... Брат, перед на восстановление ты мне дашь свои фисташки чуть? Фисташки тебе... ему ничего не поможет, он уже все, приехал он. Да? Ему ничего не поможет. Я знаешь, что хочу? Между раундами вот так бах фисташку закинуть одну и драться. Не, так нет. Пес должен тебе чистить и ложить в рот, брат. А, правильно, вот да. Вот. Нормально. Не, подожди. Вы враждуете или вы хотите все против меня там кто-то кого-то секундирует, я что-то не догнал? Мы тебя хотим подкинуть, в смысле секундировать. Не, послушайте, пацаны, не надо все собираться против меня. Я не хочу, я не претендую на Дом 2, я не хочу туда. Ты сутенер, поэтому не надо против меня все. Ты не претендуешь. Сутенер, как может разговаривать? Да? Куда? Короче, с Марифом решили, он проигрывает бой, записывает, говорит, все, главный Собчак в России, это он, все, с тобой что, как? У вас когда бои? Я тебя так усыплю, жесть, отвечаю. Братья с Казахстана, под какой музыкой мне выйти? Казахскую такую мужчинскую музыку мне одну скиньте. Влад. Не, это не надо. Влад. Твое мнение, я выиграю или Мари? Честно скажи. Как есть. Я думаю, что у Марифа шанса больше, но я буду болеть за тебя. Я хочу, чтобы ты его выиграл. Но я думаю, что... Мариф сейчас тебе скажет. Мариф первый раунд нормально работает. Второй, третий раунд уже все. Да, если поэтому... Влад будет секундировать его массажистка, то у Марифа нет шансов. Перц. Я знаю, что буду делать. Я вот поэтому пятый раунд предлагаю. Три раунда я буду его бить. На четвертый, пятый массажистка выйдет с ним драться и будет его бить дальше. Ты хочешь, чтобы я тебя пять раундов мял, что ли? Понял. Ребята, я иду, хорошо? Давай, я тебя добро даю. Подожди, куда ты пошел? Я кушать. Давай, что решили? Кто с кем дерется здесь? Я не понял. Я сам не понял. Смотри, этому актеру все понравилось. Уже газует туда ставит. Ты в натуре артист. Не то, что газует. Вы меня добавили. Хотите мне вызов сделать? Кто-то хочет обматерить. Я вот с массажисткой вышел на поле битвы. Что хотите от меня? Конечно, ты только с массажисткой можешь, а один не можешь. 71. Что там с весом? Мариф, сделай 71. Ты мне руку... 75 будет драться. Вот, после чаршамбы у меня соперник Мариф Пираев. Ребята... Зверь, король. После чаршамбы я с Мариф Пираев буду драться, и я его выиграю. Обещаю всем, запомните это слова. Я тебе лицо на лицо сделаю. Перс, слушай, если ты Марифа выигрываешь, официально я тебе второе казахское гражданство дам. Ты будешь здесь почетным человеком, кажется. Ты сутенер, ты как можешь давать гражданство? Я здесь главный.
Я здесь и сутенер, и актер, я здесь все. Да, вот именно, режиссер мы. Пес, ты знаешь, что такое сутенер? Как? Ты знаешь, что такое сутенер, Пес? Не знаю. Ты серьезно? Мариф, запомни. Объясни ему, что такое сутенер. Мариф, запомни, в каждом притоне только один сутенер, остальные кто, ты сам знаешь. Ну, сутенер это самое главное. Это. Ребята, я иду, хорошо? Давайте, салам алейкум. Давай, я тебе добро даю, выходи. Ну, да. Давай вот это.